Բարևձեզ, Մեդիակենտրոն Իսրա Հոմ այսօրվա քննարկման թեման է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ զարգացումներ եւ հնարավոր հեռանկարներ։ Քննարկումը նախաձեռնել են Պատերազմի եւ Խաղաղության Լուսաբանման ինստիտուտը, Ինստիտուտի Հայաստանյան գրասենյակը եւ Մեդիակենտրոնը։ Այսօրվա քննարկմանը մասնակցում են ԱՄՆ փորձագետ Կարնեգի հիմնադրամի վերլուծաբան Թոմաս Դվալը, Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը։ Քննարկմանը տեսազանգով կմիանանք նաև Պատերազմի և Խաղաղության Լուսաբանման ինստիտուտի Ադրբեջանի գրասենյակի ղեկավար Շահին Ռզաևի հետ։ Իսկ քննարկումը ընդհանուր առմամբ կվարի Մարկ Գրիգորյանը, որին բոլոր ճանաչում եք, մեկնաբան, լրագրող։ Խնդրեմ Մարկ, փոխանցում եմ խոսափողը քեզ։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, ես ողջունում եմ ձեզ Երևանում։ Шахин, приветствую из Еревана. Это уже официальным образом. Микич дежварка лини лезвакан хантир вортев хайрен русенен? Да, да. Окей. Значит, тогда перейдем на русский язык, чтобы Шахин имел возможность в полной мере участвовать в наших обсуждениях, да и Том, наконец, потому что Том говорит по-русски, но почему-то пока еще по-армянски не очень хорошо говорит. Значит, мы будем говорить о книге, которую... Не только о книге, да, но вот книга стала поводом для разговора о ситуации с карабахским конфликтом и... Я должен сказать, ну, я не могу не сказать пару слов об этой книге, потому что это самая цитируемая книга на Западе относительно карабахского конфликта. Эта книга очень читаемая, что, конечно, является большим достижением этой книги, но я бы сказал, что в этом есть еще и некий трагичный элемент. И трагичность заключается в том, что эта книга, наверное, еще и самая ругаемая с обеих сторон. То, что ее ругают с обеих сторон, это, наверное, даже хорошо, потому что это говорит о том, что книга объективна. Но трагичность ситуации в том, что автор сумел в этой книге быть одинаково доброжелательным к обеим сторонам и в то же время одинаково критичным к обеим сторонам. Доброжелательность нравится, критичность не нравится, и поэтому книга вызывает споры и эмоциональность в обсуждении. В то же время, вот когда вышло в свет второе русскоязычное издание, в то же время мы находимся на этапе такого очень серьезного обострения конфликта и пережили вот эти июльские, августовские события, которые были самыми острыми, самыми напряженными за все 20 лет существования режима прекращения огня. Дело не только в том, что конфликт продолжает существовать, отнимая у нас возможности, ну, у нас, у обеих сторон, я имею в виду, возможности развития, у региона возможности мирной и обычной, мирной, взвешенной, нормальной жизни, но также и, к сожалению, к огромному сожалению, отнимает жизни людей, главным образом молодых парней, и, конечно, каждая жизнь, она является самоценной. Для меня здесь нет разницы этнической или национальной. Для меня это вот потеря каждой жизни является огромной трагедией. Как говорил один из моих знакомых, каждый такой потерянный человек – это любовь, которая не состоялась, это дети, которые не выросли, и это счастье, которого не было. Вот. Ну, я думаю, что такого моего эмоционального предисловия, наверное, будет достаточно, потому что здесь сидят специалисты, которые занимаются этим конфликтом профессионально. Вот, понимаете, это тоже есть одна из трагедий конфликта. Почему должны быть люди, которые профессионально занимаются
конфликтом, а не, скажем, занимаются профессионально развитием добрососедских отношений между странами в Южном Кавказе. Но, к сожалению, это та реальность, которую мы имеем. И вот, пожалуйста, коллеги. Том Девал. Хорошо. Спасибо, Мак. Я рад быть здесь. Спасибо, медиа-центр, за приглашение. Я рад быть в такой хорошей компании вместе с Маком, Сергеем и Шахином в Тбилиси. Я должен сказать, что формальная презентация русскоязычной версии книги будет сегодня в 4 часа. Значит, что не хочу, чтобы это мероприятие было как презентация книги. Это скорее обсуждение нынешней ситуации в конфликте. Ну, конечно, можно и немножко о книге говорить, но будет немножко некорректно, если до презентации мы не презентуем книгу. И по совпадению тоже американское посольство финансировало новое армяноязычное издание книги, которое будет выйдет завтра, значит, одновременно на двух языках, на русском и на армянском, новая версия книги будет доступна. Но есть еще надежда, что будет новое азербайджанскоязычное издание, но об этом мы еще не договорились. Ну, давайте я немножко поговорю о моем видении нынешней ситуации в более глобальном виде. Человек со стороны, ну, как французы говорят, plus ça change, plus c'est la même chose, все как бы, все меняется, но все продолжается так же, тем же, ничего не меняется. Значит, очень, конечно, много за эти годы, за эти 20 лет изменилось, но все-таки главное, к сожалению, в этом конфликте не изменилось, это нерешенность конфликта, это то, что линия фронта остается такой же, как была 20 лет назад. Столько было переговоров, столько было сопредседателей, и столько, по-моему, достаточно творческих, креативных подходов к решению конфликта, но в книге я пишу о том, что, например, в Ромбуэй в 2006 году французы были так уверены, что будет прорыв, что они купили ящики шампанского, они сидели, стояли в холодильнике, ждали, пока президент выйдет и говорит, да, мы согласились, но такого не было, к сожалению. Это 2006 год. После этого в Казани 3 года назад тоже были большие надежды на прорыв. Ну и так и продолжается. Я бы сказал, что сегодняшний день мы имеем все формальные черты переговорного процесса, но, к сожалению, как бы содержания нет процесса, в том смысле, что не обсуждают реальные вещи, обсуждают уже это становится даже немножко философским вопросом, будет ли подписан рамочный договор, мадридский письмо. В принципе, или как азербайджанцы предлагают, будем пойти на уже прямые большие переговоры. И, значит, не видно никакого реального обсуждения между президентами о реальных вещах, тем более в обществе. Я то, что я читаю и здесь, и там, это или до сих пор такая патриотическая риторика, которую мы уже 20 лет знаем наизусть, или это просто сухие какие-то новостные
сообщение о, о чем-то, но я не вижу реального обсуждения о стратегических вещах, о, о, что для нас означает компромисс в этом деле, что мы получим в обмен, что для нас стратегически важно. Потому что можно, и я думаю, что даже я в этом убежден, что на самом деле, если уберем все эти очень трагические эмоциональные моменты конфликта, у Азербайджана и Армении есть взаимный интерес работать вместе над общим будущим. Я бы сказал, что для Азербайджана гораздо более стратегически важно быть более свободным от влияния и России, и Ирана, и тем более с армянской стороны самая важная стратегическая задача – это развитие страны открытыми границами, чтобы экономика развивалась, и тоже, чтобы Армения была более современным государством, чтобы совершить эти задачи, нужно договориться с врагом по поводу Карабахского конфликта, и это будет взаимовыгодно. Но мы все понимаем, что это очень нереально в нынешней ситуации. Но сухо, смотря на ситуацию, я так и сказал, что так и нужно. А что мы имеем? Мы имеем эти встречи президентов, что неплохо, конечно, что они возобновили встречу и в Сочи, и в Уэльсе. Я надеюсь, что будет встреча и вместе с тремя сопредседателями, потому что последние две встречи были без всех трех сопредседателей. Может быть, будет встреча в Нью-Йорке при ООН. Я думаю, что, наверное, очень, может быть, будет встреча в Париже в октябре по приглашению Франсуа Олланда. Но, на мой взгляд, это, как я говорю, это формальные черты переговоров. Если так много вопросов не решены, так уровень доверия такой низкий, что нужно гораздо более широкий процесс, где включены эксперты с обеих сторон, где включены больше людей. Я не вижу, что сейчас и в Баку, и в Ереване, я думаю, что 2-3 человека максимум в каждой столице, и в Степанакерте тоже 2-3, как бы профессионально занимаются этим вопросом. Это очень мало. Нужно, чтобы было, как было в 90-е годы, целая группа людей занимались разными вопросами. Там масса вопросов, которые надо решить. Вопрос Лачин, вопрос безопасности, вопрос, какие беженцы имеют, какое право на какие права. Ну, масса вопросов надо решить. Статус, конечно, Карабаха, это может быть самый кардинальный вопрос. И поэтому я очень приветствую предложение швейцарцев о структурировании переговоров, чтобы было не только вот эти раз в два месяца встречи с президентами, а было более серьезные переговоры. По-моему, тоже имеет смысл, чтобы президенты назначили, каждый президент назначил специально советника по Карабаху, которые могут регулярно встречаться. Так было последний раз канал Либерадин Гулзаде в 90-е годы. Это была очень продуктивная структура. По-моему, не надо надеяться на трех сопредседателей, которые, не знаю, тоже раз в два месяца приезжают.
когда можно уже иметь прямые конфиденциальные переговоры. Такого канала сейчас нет и, по-моему, очень необходим. И в заключение несколько слов о ситуации на линии фронта. Это очень печально для меня. Очень печально замечать, что погибают молодые люди, которые родились после заключения прекращения огня. Это ужасно, что люди, которые всю их жизнь от рождения до смерти они провели в этой как бы в конфликте и погибли не по их вине. Это ужасно. Конечно, цифры очень оспариваются, но можно с уверенностью сказать, что за эти две недели в июле и в августе погибли больше людей, чем во всем 2013 году. Это очень плохо. Я здесь вижу, почему это произошло, но я здесь вижу плохие как бы отголоски последствия украинского кризиса. Вот что как бы фон, где не решаются конфликты, а наоборот создаются новые конфликты, это имеет плохое последствие на Карабахский, плохое воздействие на Карабахский конфликт. Я вижу здесь тоже цена воинствующей риторики, которая в основном идет от Азербайджана, отсюда тоже, но в основном от Азербайджана, это тоже имеет очень плохое влияние, потому что слова тоже, это не только слова, это есть реальность, на котором ситуация обостряется. Ну, единственная надежда, что это напоминает странам, что война это не игра, что реальные люди страдают, погибают, что есть надежда, что это будет иметь подразумевательный эффект на сторону. Спасибо. Спасибо, Том. Я думаю, сейчас есть смысл послушать Шахина Рзаева, который с нами на связи из Тбилиси. Шахин, ты нас слышишь? Да, я вас слышу. Ну, я думаю, что сейчас время дать тебе слово и послушать твою точку зрения, после чего мы обратимся к Сергею Минасяну. Да, пожалуйста, Шахин. Спасибо, Марк. Приветствую всех. Очень рад видеть Тома, хотя бы заочно. Я начну, пожалуй, с того, что соглашусь с Томом, что на самом деле воинствующая риторика сейчас гораздо больше в Азербайджане звучит. И вы меня слышите, да? Прекрасно слышим. Ага. Воинствующая риторика в Азербайджане имеет свое объяснение, потому что я как понимаю, Армения сейчас считает, что да, война закончена, в 1994 году было подписано соглашение. Теперь давайте жить дружно, мы можем сейчас наладить добрососедские отношения, война уже закончена. А в Азербайджане, и не только официально, и именно внутри общества, есть мнение, что война продолжается, война еще не закончена, потому что территории находятся под оккупацией. Пока территории не будут освобождены и беженцы не смогут вернуться на свои родные земли, война ничего не закончена. Вот когда хотя бы какой-то шаг в этом направлении будет сделан, может быть тогда, да, риторика на самом деле спадет, упадет. И это объясняется тем, объясняет то, что почему в Азербайджане на самом деле вот эта военная риторика выше. Потому что в военных условиях на самом деле и пропаганда, и все прочее должны быть по законам военного времени. С другой стороны, в Азербайджане на самом деле за последнее время эта риторика еще больше усилилась. Я опять соглашусь с Томом, что это на самом деле отголоски украинских событий. Вы знаете, сейчас в Азербайджане очень трудное время, и много людей были арестованы. В основном
сейчас очень трудно работать в секторе неправительственных организаций. Сейчас все счета многих организаций, которые финансируются с Запада, заморожены. Но в то же время вот счета организаций, которые работают с Россией, продолжают оставаться открытыми, и никакого давления против них нет. Я думаю, вот именно это событие в Украине немножко заставили наши власти быть более такие профилактические меры проводить, чтобы, не дай бог, повторение вот этих событий, чтобы в Азербайджане не было второго, третьего Майдана вообще никакого. И обострение на Карабахском фронте может быть каким-то следствием этих реакций. Ну, после сочинской встречи, как мы знаем, это обострение сразу снизилось. Сейчас, насколько мне известно, относительное спокойствие на фронте продолжает действовать. Значит, о ходе переговорного процесса, на самом деле, мы недавно встречались с Вафагулзаде, он говорил, что в 99 году стороны были очень близки к соглашению. Но это не понравилось России тогда. Вафагулзаде, конечно, он, у него особое отношение к России. Все, что происходит, он связывает с Россией. Но я думаю, это не так далеко от истины. На самом деле, вот это предложение иметь спецпредставителя по Карабаху очень полезное было бы. Сейчас ситуация еще обостряется из-за того, что нерешаемость конфликта – это личные отношения между двумя президентами. Алиев и Саргсян не любят очень друг друга. Я уверен, что если бы власти были бы, я не хочу сейчас, это не политическое заявление, это просто историческое, Гейдар Алиев и Левонтер Петросян, наверное, ситуация была бы гораздо, конфликт был бы, уже мирный договор мог бы быть подписан. Это потому, что политики были немножко другого масштаба. Но сейчас личные отношения между новыми президентами, это очень негативный фактор установлению мирного договора. Спасибо. Спасибо, Шахин. Спасибо большое. Значит, я просто, ты мне напомнил одну, значит, один эпизод. В 1999 году состоялся первый вообще визит армянских журналистов в Баку. Вот в нашей комнате двое присутствующих здесь были в составе вот этой группы армянских журналистов. Это, значит, Алеша Мамвелян, Алексей Мамвелян и я. И вот, значит, мы приехали в Баку, и нас сразу отвезли к Вафе Гулузаде. Гулузаде был тогда главным советником президента Азербайджана. Он, значит, принял нас, мы сели в его маленьком кабинете, и он стал ругать Россию. Он 40 минут вот так вот потрясал перед нашими глазами вот так вот независимой газетой, а, значит, на странице, вот была открыта большая страница, на которой была фотография Александра Искандаряна, который тогда еще был московским аналитиком. И вот, значит, 40 минут он такой, знаете, такую яростную тираду выдал, обвиняя Россию во всех смертных грехах, потрясая фотографией Искандаряна. Сергей Минасян, заместитель Александра Искандаряна в Институте Кавказа, доктор политических наук, пожалуйста. Спасибо. Я специально с утра побрился, чтобы никто меня не путал с некоторыми людьми. Я приветствую всех. В принципе, до того, как мы перейдем к тому, о чем мы говорим, я все-таки напомню об одном событии, которое, к счастью, прошло почти что незаметным для наших журналистов. А два дня тому назад мы уже, в принципе, организовали очередную презентацию книги, русскоязычный вариант Тома Девала. Так что по определенным обстоятельствам у Института Кавказа было право первой ночи с Томом Девалом, и мы организовали академическую конференцию, одним из ключевых моментов которой была именно презентация именно вот этой книги. Действительно, то много, почти ничего не меняется. Я помню, что или я, или Александр Искандарян десятки раз, наверное,
презентировали различные варианты этой книги. Последний раз это было 2 дня тому назад, а до этого в июне мы с тобой вместе участвовали в Тбилиси, а до этого была армяноязычная версия. Я надеюсь, что мы в ближайшие годы будем презентировать турецкоязычную книгу в Анкаре, может быть, будет еще и на фарси и так далее до китайского. Если это действительно будет способствовать хотя бы той видимости переговорного процесса и тому хрупкому перемирию, которое сохраняется, я думаю, готов это делать, а ты, я уверен, будешь продолжать писать новые и новые редакции своей книги. В то же время понятно, что, в принципе, процесс намного более сложен, и то, что мы обсуждаем, оно требует всегда более сложного понимания. А Марк Григориан сказал одну вещь, что трагично, что иногда есть люди, которые профессионально уже занимаются карабахским конфликтом. Однако, и мне кажется, что более трагично не то, что есть люди, которые этим занимаются, а то, что в реальности, как сказал Том, этих людей очень мало. И это является одной из проблем и карабахского урегулирования, одной из проблем того психоза, который существует в обществах, одной из проблем того, что в обществах по обе стороны есть некие мифы, неоправданные надежды или неоправданные опасения, которые время от времени проявляются. Это действительно проблема, потому что в карабахском конфликте, как и в любом другом такого рода этнополитическом конфликте, есть много вещей, которые лежат на поверхности. А есть еще очень много вещей, которые профессиональные, только, наверное, профессиональный дипломат или профессиональный военный, или человек, который прошел многие войны, или человек, который академически этим занимается всю свою жизнь, может понять. И может понять, что бывают случаи, когда все общество твоей страны или противостоящей страны считает, что это очень опасный момент, например, те события, которые были в июле и в августе на линии фронта, оставляя в сторону весь трагизм ситуации, но я ученый, поэтому я могу себе позволить некую степень цинизма в этом вопросе, но мне кажется, то, что произошло на линии фронта в начале августа, это, с одной стороны, трагично, с другой стороны, очень хорошо. Как это ни странно было в том смысле, потому что такого рода разговоров о том, что данное событие является самым большим, самым страшным после 1994 года, я слышал и участвовал в обсуждениях и 3 марта 2008 года, против, когда были события у села Леонар. Такие же события были летом 2011 года. То же самое было и сейчас. Что это означает? Это означает достаточно парадоксальную вещь, о которой мы очень часто говорили и спорили с Томом, которая является, кстати, может, одна из некоторых вещей, где, может быть, наши, скажем так, мнения не совсем совпадают. Дело в том, что после каждых таких инцидентов для всех сторон конфликта, но в том числе для той стороны, как сказал Шахид, которая вполне справедливо не довольна и не смирилась с той политической реальностью, которая складывается уже 20 лет, для всех сторон становится ясна цена войны. И все понимают, что все эти угрозы и все эти развития, которые происходят в военно-политической сфере, они не всегда соответствуют той реальности, которая есть на самом деле. И то, что цифры, и то, что военные угрозы, они могут иногда привести к такой ситуации, когда, как это случилось в начале августа, когда после тяжелых и достаточно болезненных потерь для азербайджанской власти серьезной проблемой стала попытка оправдать всю ту риторику, которая была за последние 10 лет. И это привело к еще новой эскалации, стягивания войск границы, новые полеты авиации и так далее. Это показывает, что мы должны хорошо понимать, что карабахский конфликт долговременный.
Карагуатский конфликт, это тот конфликт, который концептуально не отличается ни от другого, ни какого-то другого этнополитического конфликта, не только на постсоветском пространстве, но и, наверное, во всем мире. Конфликт, который связан с такими сложными понятиями, как национальное строительство, как большая геополитика, как этнодемократический процесс и так далее. Соответственно, то, что мы должны, и то, что мы, и то, чему мы можем способствовать, это, конечно же, развитие того глубокого профессионального реального дискурса, в котором вовлечен тон, в котором вовлечены наши многие коллеги, к сожалению, не все из них имеют возможность участвовать в этом в настоящее время, и Азербайджана. И тот факт, что Шахин сейчас вынужден разговаривать с нами не из Баку, а из Тбилисского офиса, тоже является подтверждением, тоже является как бы проблемой, которая... Извините, я не потому, что я не могу из Баку говорить, я просто случайно по рабочим вопросам в Тбилиси оказался сегодня. Из Баку я тоже выходил на связи и несколько раз даже Амек Плюс, да, транслировал наше интервью. Это я хочу уточнить. Извините. Спасибо, Шахин. Но в то же время мы имеем ту ситуацию, когда Том говорит, что мы должны иметь достаточно расширенный список экспертов, специалистов, которые должны участвовать. Ну, наверное, самые глубокие, самые лучшие эксперты из Азербайджана, Ариф Юнусов, Рауф Миркадыров и так далее, к сожалению, технически в этом вопросе, наверное, на данный момент вряд ли бы могли бы участвовать. Я это все почему говорю? Потому что, к сожалению, та ситуация, которая складывается, и та дискуссия, которая есть по обе стороны фронта, она является закономерной. И я думаю, что одним из важных отличий именно этой редакции книги от той предыдущей, которая была так столько известна и получила такой размах во всей, видимо, профессионально занимающей аудитории, было то, что в этой редакции книги больше реализма и меньше оптимизма. Это, наверное, скажем так, кажется, может быть, немного трагичным действительно, но в то же время оно более соответствует той политической реальности, которая сложилась и которая будет продолжаться вокруг карабахского конфликта, вокруг самого конфликта, вокруг переговорного конфликта и вокруг того информационного поля, которое существует, которое отчасти является одной из движущих сил карабахского конфликта и в то же время частью которого мы с вами здесь все и являемся. Я думаю, что на этой пессимистической, но в то же время реалистической ноте я, наверное, остановлюсь и попрошу Марка продолжить уже наше мероприятие. Ну, я думаю, самое время сейчас перейти к вопросам. Все эксперты готовы отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста. Пожалуйста, представьтесь и скажите, кому ваш вопрос. Екатерина Погосян, агентство «Медиамакс». Мой вопрос адресован господину Девалю. Вы отметили в своей речи, что президенты встречаются, но о реальных вещах не говорят, не обсуждают. Я бы хотела понять, как вы видите, да, дальнейшее развитие. Я понимаю, что говорить заранее это дело неблагодарное, как-то предсказывать события, но как вы видите развитие ситуации? То есть она сейчас, по-вашему, тупиковая? Где находится общество и в условиях вот отсутствия диалога между неправительственными организациями Армении и Азербайджана? Какими будут развитие событий, да, в конфликте? Спасибо. Трудно прогнозировать, но я пока не вижу как бы поводов, чтобы этот не очень эффективный формат переговоров изменился, к сожалению. Тем более, что становится еще сложнее и сложнее иметь вторую дорожку, track two, как многие Сергей отметил, некоторые люди даже сидят в тюрьме, в том числе мой
личный хороший друг Ариф Юнус, который мне очень помогал с книгой, может быть, больше всех помогал. Он, к сожалению, уже месяц сидит в тюрьме, это очень, это ужасно. Значит, объективных причин не вижу, чтобы был прогресс, тем более, как я уже отметил, на фоне украинского кризиса, как бы уровень цинизм, пессимизм еще ниже. Ну, как я уже отметил, где начать, но я думаю, что начать с того, чтобы новые каналы были созданы между президентами, чтобы, и это как минимум, и задача номер один, как бы создать какую-то площадку, ну, новое основание, ну, доверие, это может быть слишком, но как бы повод для общего взаимного понимания, скажем так, если я думаю, что вряд ли доверяют друг другу, но все-таки, чтобы лучше поняли позицию другой стороны. Это, по-моему, первый шаг. И на этом фоне можно надеяться, что будет, не знаю, подход к этим структурированным переговорам, можно надеяться, что какая-то вторая дорожка сохранится. Ну, мы все понимаем, что если 15-20 лет назад было несколько человек с каждой стороны, которые отвечали за конфликт, сейчас фактически это все, почти вся ответственность лежит на двух человек. Это президентов Армении и Азербайджана. Одну секунду, я хочу пояснить. Вторая дорожка, о которой говорит Том, это track to diplomacy. Это, значит, ну, народная дипломатия, дипломатия, которая ведется на уровне неправительственных организаций, журналистов, личностей и так далее. Да, пожалуйста. Уточняющий вопрос. Эта площадка должна быть создана со стороны, я не знаю, стран сопредседателей, из, я не знаю, международных организаций или там. И насколько это реально в условиях конфликта на Украине, потому что сейчас, как кажется, карабахский вопрос не столь приоритетен для... Нет, ну, дело в том, что карабахский проект, конфликт для США, для Европы, даже для России, это, конечно, не первый приоритет. И есть склонность и здесь, и в Азербайджане, как бы обвинять посредников в том, почему конфликт не решается. Но я, есть как бы встречный вопрос, а почему конфликт должен был решаться, если нет желания самых сторон конфликта пойти навстречу друг с другом? Это что может сделать Барак Обама или Владимир Путин или кто-нибудь еще в этих условиях? Значит, и я думаю, что были бы какие-то знаки более серьезно заниматься переговорами. Тогда я точно знаю в Вашингтоне, что ждут такого сигнала, чтобы более серьезно заняться этим конфликтом. Но если ты Джон Керри, у тебя на столе Ирак, Сирия, Афганистан, Украина, зачем тратить 2-3 часа даже на карабахский конфликт? Ну, он в Уэльсе прямо посвятил 2-3 часа, но это исключение. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. Добрый день. Информационное агентство РЭГНУМ, журналист Эмиль Бабаян. У меня два вопроса, если позволите. И первый адресован Тому Девалу. Том, вот вы в своей речи описали ситуацию, в которой, ну, сами стороны конфликта заинтересованы в том, чтобы конфликт был решен. Для Армении это блокада границ, выход на, скажем так, более широкую, более широкий ареал влияния, для Азербайджана это снижение зависимости от России, Ирана и какие-то прочие факторы. Но с другой стороны, вы же говорите, что сами стороны не хотят, не стремятся к урегулированию конфликта. Вот интересно, поясните, пожалуйста, как так получается, что стороны, с одной стороны, им это выгодно, но они этого не хотят. А второй вопрос. Давайте вот. Второй вопрос сразу.
Второй вопрос адресован нашему гостю из Тбилисского офиса Шахину. Уважаемый Шахин, вот просто пользуясь случаем, вот задам такой вопрос. Когда говорят о конфликтах и о каких-то решениях, всегда подразумевают компромиссы с обеих сторон. Мне чисто интересно, вот как вы, как эксперт из Азербайджана, как вы считаете, по вашей оценке, каков вот предел, какой-то потолок компромиссов или уступок, на которые может пойти Баку в данной ситуации, то есть именно подразумевая Нагорно-Карабахский конфликт? Спасибо. Хорошо. Спасибо за вопрос. Ну, вся беда в том, что все понимают, что как бы в долгосрочной перспективе будет очень хорошо, если будет конфликт будет решен, это будет прекрасно для региона, это даже необходимость для региона, я бы сказал, что до сих пор оба, и Армения, и Азербайджан, и Карабах, ранены от конфликта, отстают от остального мира из-за конфликта. Все понимают, что он в долгосрочной перспективе. Но нет таких мотивов побуждения в краткосрочной перспективе чего-то сделать. Это слишком тяжело. И политически для президентов это, конечно, будет буря оппозиции, которая им будет очень неприятная. И они не чувствуют как бы достаточно внешнюю поддержку, если пойдет на такой смелый шаг. Это тоже реальность. Ну и общество как бы не болеет стремлением к миру. Но здесь порочный круг, что как бы власть не говорит о мире, поэтому власть как бы дает сигнал обществу, общество тоже не болеет идеей миром, и власть чувствует от общества нет готовности, ну, получается такой порочный круг. Ну, и в этих условиях понятно, что если ты президент Армении или Азербайджана, зачем пойти на такой рискованный шаг, к сожалению. Что нужно, чтобы эта динамика изменилась? Ну, наверное, какой-то внешний толчок. Но, к сожалению, пока мы в данный момент мы видим внешние толчки только отрицательные, скорее, чем положительные. И был второй вопрос Шахину Урзаеву, который был о том, каков предел, каков потолок компромисса, на который могут пойти власти Азербайджана. Шахин, прошу. Я, с вашего позволения, немножко сперва начну с того, что слегка не соглашусь с Томом, в чем выгода Азербайджана. Если Карабахский конфликт решится, то это снизит зависимость Азербайджана от России или от Ирана. Я почему-то думаю, что если Карабахский конфликт решится, это, наоборот, усилит влияние России в Азербайджане. То есть Россия, если окажет давление на Армению и цена, которую придется платить, это вступление Азербайджана в евразийские эти новые идеи Путина, таможенный союз и все прочее. То есть это усилит влияние России в Азербайджане. Это немножко офф-топ. А предел компромисса – это те же самые мадридские принципы. Сохранение де-юре Карабаха в составе Азербайджана, но при этом абсолютное формальное, по содержанию, по существу, это независимое государство. Но де юре так остается в составе Азербайджана. А потом, через сколько-то, 15, не знаю, 10 лет, там референдум с определением статуса. Вот это самый большой компромисс, который сейчас вроде бы азербайджанское правительство формально декларировало, что мы готовы на это пойти. Но я почему-то сомневаюсь в этом. Когда дело дойдет до реальных решений, я почему-то думаю, что азербайджанское правительство найдет какую-то причину, чтобы не подписать это, как это в Казани случилось. Сейчас вот реальное решение карабахского вопроса, я думаю, не только не такой приоритет для азербайджанской власти. Пока есть нефть, пока есть стабильность в стране, представьте, завтра карабахские армяне будут требовать какие-то обеспечение своих прав, будут требовать демократические какие-то выборы. Это головная боль, как это Том написал в своей книге в последней главе. На самом деле, сейчас не только для США
и Евросоюза, и для даже властей Азербайджана и Армении это не приоритетное решение, не приоритетный самый большой вопрос решения Карабахского конфликта. Поэтому он не решается. Спасибо, большое спасибо. Сергей Минасян. Я просто хотел бы очень кратко прокомментировать тот вопрос, который был задан Тому, потому что, мне кажется, это ключевой. Кажется, вот действительно есть противоречие, почему вроде бы общество понимают, а почему не идут. К сожалению, и опять тут я вижу закономерность связи карабахского конфликта с общей логикой таких вопросов, карабахский конфликт является частью процесса национального строительства во всех сторонах конфликта. И в Азербайджане, и в Армении, и в результате этого конфликта сложившемся новом государственном де-факто образовании в Нагорном Карабахе, это часть национального строительства, в котором сохранение конфликта как таковой является не только, скажем так, необходимой ценой, которую можно заплатить за процесс национального государственного строительства, который в том числе включает такие болезненные вещи, как так называемый демократический переход, демократический транзит, результаты которого мы видим и в Азербайджане, да и в Армении, и в Карабахе. Так вот, конфликт является элементом, необходимым условием этого национального строительства. В этом плане Армения, Азербайджан, Грузия, мы, страны постсоветского пространства, не очень ушли от той ситуации, которую, например, европейские страны проходили, скажем, в межвоенный период в Восточной Европе. Соответственно, вопрос конфликта или его нерешаемость, он абсолютно не связан с личностью того или иного человека, который стоял или стоит во главе государства. Я не думаю, что после того, что случилось, хотя я уверен, что в 90-е годы объективные условия для урегулирования конфликта хотя бы временные были намного лучше, чем сейчас, но будь сейчас Левондер Петросян, Роберт Кочарян или Спиноза в Армении, или кто-то такой же в Азербайджане, в нынешних условиях это было бы возможно. Все намного сложнее, все намного, намного более серьезные факторы в этом вопросе играют свою роль, и зачастую равно же, как и попытки переложить ответственность то на Россию, то на Иран, то на Запад в вопросе решения конфликта, они просто попытки уйти от реальности. Реальность в том, что общество и элиты конфликтующих сторон не готовы еще ни к компромиссам, и не то что к компромиссам, а не готовы еще раз вернуться в то состояние, в котором они вполне благополучно жили в 80-е годы. Но это объективный общественно-политический процесс, избежать которого, перепнуть через которого практически невозможно. Другое дело, что и элиты, и лидеры государств, и эксперты, и журналисты могут способствовать снижению напряженности, в том числе иногда и делая вещи, которые непопулярны в своем собственном, скажем так, обществе, иногда делая нелегкие, не выбирая нелегкие решения, которые дают какой-то краткосрочный эффект, а, скажем так, выбирая намного более сложный, но более долгосрочный эффект такого рода, скажем так, событий. Спасибо. Спасибо. Я знаю, что микрофон вон там у вас, молодой человек. Пожалуйста, прошу вас. Извиняюсь, включите микрофон. Слышно? Да. Спасибо еще раз. Господин Давал, вопрос к вам и тот же вопрос, пожалуйста, гостю из Тбилиси. Вы сказали, что украинский кризис способствовал активизации военных действий на линии соприкосновения, но вы не сказали в подробностях. Можно ли сказать, можете сказать, по вашему мнению, кто являлся инициатором и конкретно где находились те силы, которым были выгодны эти действия? Есть ли внешние факторы или все сжиздится на внутренних факторах? Тот же самый вопрос, пожалуйста, гостю из Тбилиси Шахину. Спасибо. Если можно, то мы поменяем сейчас порядок. Первым пусть ответит Шахин. Да, на предыдущий вопрос ты был первым, Шахин вторым. Шаин, гость из Тбилиси. Тебе слово. Мой ответ очень краткий. Я не знаю. Я не знаю, кто был инициатором. Меня там не было. Верить сейчас этим средствам массовой информации я предпочитаю лучше не верить. Но что он знает? Хорошо, я спасибо. Тоже
не очень много знает, но я скажу, что я слышу в основном в Вашингтоне. Ну, как бы шире говоря, конечно, украинский кризис. Я не думаю, что здесь был инициатором боевых действий была Россия или внешний игрок. Я думаю, что здесь вертикал власти работает сейчас в вооруженных силах от президента до линии фронта достаточно нормально. Так, конечно, не было 20 лет назад, но так, по-моему, есть. Что создал украинский кризис? Это общий фон напряженности, как бы как понимание уровня цинизма, фрустрации, если так можно по-русски говорить. А что случилось? Ну, мы все понимаем, что, как уже отметил Шахин, что армянская сторона более заинтересована в нормализации статус-кво, как победившая сторона в 1994 году. И мы все знаем, что один рычаг, редкий, скажем, можно сказать, рычаг влияния на ситуацию, это есть линия соприкосновения. Значит, логично, азербайджанская сторона как бы должна иногда использовать этот инструмент, чтобы напоминать армянам, напоминать миру, что война продолжается, как бы чтобы попробовать почувствовать силу или слабость с другой стороны. Это закономерно. Но здесь есть нюансы. Я думаю, что пару месяцев было больше именно стрельбы, инцидентов с той стороны, с азербайджанской стороны. Но те, с которыми я разговариваю, говорят, что та акция 31 июля была именно, которая как бы возобновила эту маленькую войну, эту вспышку. Это была акция армянской стороны 31 июля. Значит, есть и ответственность и с той, и с этой стороны. Могу добавить, что это то, что мне плохо, но это, конечно, самим собой плохо. Мне кажется, что это даже, в чем плохо, это может быть образец чего-то более серьезного в будущем. Что я имею в виду, что не сейчас, а через некоторое время, ну, что я хочу сказать, что является самым опасным вариантом, самым вероятным вариантом возобновления больших боевых действий. Но, конечно, объективно никто не заинтересован, но есть сценарий, и есть именно этот сценарий, как бы, что мы видели на большем масштабе. Что я имею в виду, что чтобы азербайджанская сторона что-то попробовала, какие-то маленькие операции, и армянские военные отреагировали более жестко, хотели что-то доказать азербайджанцам, что тоже можем воевать. Это значит, есть первый момент, второй момент. Здесь все закончилось именно с этим вторым моментом. Но плохая сценария, где начинаются большие военные действия, это что будет еще третий момент, еще более жесткие реакции азербайджанской стороны, и в этом пошла бы эскалация на новый конфликт. И в этом я вижу опасность. Я бы сказал, не сейчас, я думаю, что условия в Азербайджане не такие, но через некоторое время, через, скажем, 5 лет, я думаю, что вероятность такого сценария растет. Еще вопросы? Давайте, только включите микрофон. Кое-что, Шахин, одну вещь хотел бы уточнить у вас. Есть информация, что беженцы, которые бежали из Карабаха, из Армении, азербайджанские, они смогли поселиться в Баку и в других городах в свободные дома, которые принадлежали другим. И в дальнейшем, когда те возвратились, если они находились за границей или в другом месте, они не смогли занять свои дома, то есть не смогли вернуться. И политика государства такова, что эти люди де-факто являются, то есть собственность их, владельцы имеют право распоряжаться собственностью, но фактически въехать туда не могут.
Эту информацию я слышал от азербайджанцев, поэтому хотел бы уточнить у вас, насколько эта информация реальна. И, то есть, на официальном уровне им говорят, когда решится карабахский конфликт, когда вы сможете вернуться, тогда владельцы смогут уже распоряжаться своими домами. И это отчасти может, так скажем, сохранять напряженность в обществе. То есть постоянно эта проблема существует, и общество настроено, так скажем, сам конфликт в обществе постоянно существует, и правительству и выгодно, что ситуация такова. Спасибо. Я думаю, что это можно говорить, да. Это не самый такой серьезный вопрос, это не самая большая проблема. Если будет подписан мирный договор, эти технические вопросы, там компенсации имущества, или им дадут новую квартиру, или, может быть, какую-то компенсацию дадут, это вопросы вполне решаемые. Это не самая большая проблема. Есть прецеденты других конфликтов, например, финны, которые имеют право вернуться в Виипури, в Выборг. Но российское правительство как бы им это право декларировало. Или граждане Грузии из Ахалцихи, турки по национальности, они имеют право вернуться, ну, может быть, не в свой собственный дом, а в какую-то другую точку Грузии. Есть международные прецеденты, и можно этот вопрос как-то специалисты будут обсуждать и решать. Это вполне решаемый технический вопрос. Спасибо. Еще вопросы? Все. Значит, последняя пресс-конференция, на которой я был в Ереване, была примерно 11 лет назад. Я вижу, что за 11 лет ничего не изменилось. Ровно час, и, значит, все вопросы иссякли, и телеоператоры уже уходят. Спасибо вам большое за участие. Большое спасибо Шахину Рзаеву, который у нас шел под псевдонимом «Гость из Тбилиси». Большое спасибо Шахину за участие в нашей встрече и в нашем обсуждении. Я думаю, что его участие было очень ценным. Благодарю вас. Շնորհակալություն, Մարկ, ավելացնեմ միայն, որ այս քննարկումը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ վերջին զարգացումների եւ այս պահի իրավիճակի վերաբերյալ քննարկումը նախաձեռնել էին Պատերազմի եւ Խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի Հայաստանյան գրասենյակը եւ Մեդիա կենտրոնը։ Շնորհակալություն, հաջողություն բոլորին։